Скамейка стоит, я думаю, слава богу, хоть поставили для девочек посидеть. Это лавка запасных. В конце каждого экзамена на ней окажется самая слабая ученица. Пришло время Юленьки, облачко нашего. Этому облачку дают трусы. Я не влезу. Да не влезу, я сразу говорю. Что? Куда еще? Твою медь, несите болгарку. Они на меня не налазят. Почему крот слепой? А что он слепой? Он в очках ходил в дюймовочке в сказке. Открываю! Это эти вонючки, чертов, а! Что на них макароны? Думаю, еду положили, раскидывают, а нам дать не могут. Ну, тоже интересные люди. Почему луна светится? А я, откуда знаю, почему? А он хочет, что светит, потому что ночью она светит. Бенджамин Франклин. А, я же его знаю. Вчера, да, заезжал к тебе? Мишко, Юлия, гепард – это же самое быстрое животное. Я не знаю, я с ними бегала. Я пришла в кафе «Ветерок». Чё? Это чё? Ой, боже, какая красота, мой кошечек. А запивку тёте купи. Закажи запивки. И не денег? С чем думал, когда сюда шёл? Закончено, свидание. Понимаешь, что земля уходит из-под ног. Каблуки в одну, ноги в другую, я вообще в третью. Я что, укачивала. Все, сходила за пивом, можно домой спокойно пойти. Боже, оплатите им лечение. Кошечки мои. Подождать! Подождать! Сидим! Котопёс меня вообще. Я потом увидела трусики и поняла, что это мои. Вообще, вот это что? Какие-то парашюты, а не трусики. Думаю, если я сейчас просто полечу кубарем, вечеринка закончится сразу. У нас много, охранник один. Охранника вынесли. Вперед ногами. Сигареты есть? Нет. Отходим от стола. Дома поешь у мамы. Все. У мамы по прописке. Это у вас вип-зал? Конечно, мы сладкие. Это вип-зал же надо первый обслужить. Этот телепузика этого затянуло, чтобы он не выпал в окно, в иллюминатор. Я шотландская корова. Здравствуй, моя хорошая. Я видела эту корову и поняла, это копия я. Особенно прическа. Проходите это задание, девушки будут парами. Определитесь, кто это будет. Я одна иду, потому что я как два человека. И тут еще под ногами дитё бегает ее. Думаю, класс. Фу. Оба. Стоять. Дело как ожерелье. Ну куда в зеркало смотреть? Да. Я уже устала ходить в этой ночнушке, потому что спать я не собиралась. Я потом решила, что мне нужно пойти переодеться.